Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Мацацле, для которой понадобится одна сишка и штук 5-6 обычных топоров. Всего тут 8 ящиков, 4 находятся снаружи вот здесь и 4 находятся внутри этой каменной базы. Так, они находятся вот тут. Это 1, 2, 3, 4 ящика. По-моему, в ящиках снаружи ничего интересного нету. Ну, я их открою, покажу вам, вы все сами увидите. Готово. Давайте начнем вот с этих ящиков. Так, тут у нас доски, слитки, талоны чутка, еще доски, еще слитки. Окей. Следующий ящик доски. Два топора железных, изолента, фильтр, который у меня сперли. Так, два стака, полтора стака гвоздей. Третий ящик, тут бензин, два фильтра, четвертый ящик, бензин, микросхема и вроде больше ничего полезного, по крайней мере для меня. Так, станки, тут проволока, здесь слитки, пластины, пускай будут. И на этом пока все. Здесь в пикапе ничего интересного, и давайте смотреть, что есть в этих ящиках. Так, хлам почти пустой, хлам, здесь тоже хлам, тут пусто, ну и последние два станка, пусто, и вот 10 слитков. Так, громила, замедлись, пожалуйста. В байке я ничего не складывал, умирать тут смысла тоже нет, взрывать сишку на ваше усмотрение, вот такой вот лут. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.